Банк Дом РФ теперь предлагает льготное финансирование покупки жилья на вторичном рынке не только на территории сельских поселений Дальневосточного округа, но и других видов муниципальных образований. Главное условие – это заключение ипотечного договора до конца следующего года. Участники льготных программ «Молодая семья», «Дальневосточный гектар», повышение мобильности трудовых ресурсов смогут получить кредит по ставке меньше, чем 1% годовых. Подробнее об условиях оформления льготы в ленте.